Всех приветствую на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium. Мы же говорим, мы продолжаем прохождение игры Friendbow. В прошлой серии мы нашли тут странного муравья. Нашли вот этого странного свина кого-то там. Причем этого свина типа можно туда-сюда гонять. Но непонятно, что с этим делать. Проснитесь. Свинья не стоит на месте. Похоже, что крики и толчки не помогут. Может, стоит попробовать что-то более хитрое? Я знаю, что можно попробовать. Можно пощекотать его. Щекочу, щекочу. Опасность велика, велика угроза. Так. Сэр, проснитесь. Жука-свину не нравится, что его хотят убить. Понимаю, но это совершенно нормально. Разве нет? Что мне делать? Да, ну что мне тогда делать? Ему нужно дать особые ягоды, чернику. Где найти эти ягоды? Понятно, где мне искать эти ягоды? Я не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме, у них есть черника. Мой дом в том направлении, будь осторожна. Понятно. То есть мы не могли сюда пройти, пока он нам не расскажет. Ика, две главы пройдешь, Фрэнбол? Нет, возможно, нет. Возможно, две главы не пройдут. Так, вот эту штуку мы еще не смотрели здесь. Ой, котяра! Эй, котик, ты куда? Смотри, найди меня живым, найди меня мертвым, бип-бип. Найди меня однажды в золотой клетке, тр-тр, бип-бип, с моей френд, моя опасность. Так, кошака поехала крыша, бывает. Миронов Арсений, привет. Да. Крошечные грибы. Так, лисички. Из трубы не идет дым. Но с той трубы растут лисички. Смотрим, что здесь у нас. Это гигантский муравейник, да? Ух ты, какой большой муравейник. Страшно подумать, сколько миллионов муравьев там внутри. Я не уверен, что хочу заходить внутрь. А что делать? Придется? Кота же надо спасать. Давайте посмотрим. Здравствуйте, есть кто дома? Никто тебе не отвечает, да? Ну ладно, не хочешь и не надо. Пошли наверх. Должно быть, это дом муравей. Кажется, дверь открыта, но ручку заела. Сила разрушения поможет. Давай посмотрим, что у нас есть. Топор у нас есть. Сила разрушения поможет. Острый топор, которым можно ломать вещи. Опасный. Кажется, дверь открыта. Подожди, я же тебе сказал. Ломай. Дверь. Все, сломали. Я сломала дверь, но теперь я смогу войти. Бедняга. Дверная ручка. Так, для решения проблем оставлю. Изучить. Теперь она моя. Короче, девочка еще и клептоманка в итоге. Кота не съели, не бойся. Хорошо. Не буду бояться. Чего? Мне она нравится, эта игра. Алексей пишет. Так, она крепко приклеена к дверце. Клей забираем. Королева мяса. Какая красота, да? Ух ты, королева муравьев. Не видел ничего подобного, сэр. Муравей, наверное, влюблен в нее. Интересно, как у них работает любовь? Думаю, все дело в мясе. Забавно. Так, пришло время чая, сэр. Кружечка. В тазу вода. Странно, я думал, что муравей не готовит себе еду. Тут что? Поднялась. Мясо забирай. Молодец. Еще? Нет, не хочет. Больше не хочет. Я уже взял один кусок, больше трогать не стану. Ой, шишечки. Дом шишечек. Бэм. Малышишка, ха-ха-ха, как мило. Ничего себе, вы очень редкие. Сэр, вы очень злой. Так, люди... блядь, нам уже этот нужен. Черника, ай, больно. Так, вы чё? Так, хорошо. Найдите вам мясо. Даже не буду пытаться. Так, сэр Шишка, на тебе карандаш. Но сейчас от этого никакой пользы. На тебе ручку. Пару вещи просто не работают. На тебе топор. Его нельзя делать. На тебе клей. Я говорю, клей. Не бойтесь, мне нужны только ягоды. Я достаточно умна, чтобы найти другое решение. Нет. Пока мы с тобой тупим. Максимально тупим. Топором жука-свина. Мы уже пытались топором жука-свина, не получилось.
Так, ладно. Изучить. Мясо для едоков. Суперклей для крепления. Объединить. Суперклей с ручкой. Да. Работает. Объединить мясо с топором. Отрицательно. Так, ну хотя бы ручка работает, уже хорошо. Давайте позырим. А если я сейчас выйду и посмотрю вот здесь. Кого-то съели. Бедный мужик. Я не стану брать сумку, только не с этими муравьями. А, подожди, у нас же мясо есть. На. Так, изучить. Теперь сумка моя. На сумке знак борца с жуками. Хм, сумка открыта. Ну давай, подожди, давай так мы объединим сумку и сумку. Не работает, да? Так, а топор? Да. Не работающая вещь. Не хочет, отлично. Надо отвлечь. Да, я понял, что надо отвлечь. Тут как бы, ну, тут легкая загадка. Вопрос только в том... Так, ну в принципе мы смотрим, мы сумку забрали. Может быть эту сумку надо отдать вот этим товарищам. Господа, сумка подойдет вам, нет? Ага, о, крысоловка и какая-то визитка. Изучить. Дезинсектор. Джон Фломет. 114-21-728. Написано дезинсектор, бедные монстры. Выглядит безумным. Текст почти исчез. Черника моя, ай больно. Так, подожди. Ну вот так вот. А? Понял, да? Попался. Мне очень нужны ягоды. Мама бьет меня, плохая мама. Так, давай, ребенка мы бахнем. И пока мама там отвлекается, заберем ягоды. А? Все, вот так вот, все. Вот так вот. А ты кто такая? Чё ты сюда пришла? Птыц. Птыц улетел. Луна. С луны ничего. Добрый ночь, луна. Так, собственно, здесь пока ничего. Так, жукосвина. Жукосвин. Тебе нужны ягоды. На. Няма-няма. Он съел моего кота. Ну, все, что, рубаем. Хлац! Ну! Жесть! Что, ты не мой кот? Мисс, вы спасли меня от страданий. Рада за тебя. Где моя полночь? Где полночь? Полагаю, вы разочарованы. Кого вы ищете? Мой кот. Кота, своего любимого кота, мистера Полночь. Мисс, понимаете, я не очень люблю котов. Черный с большими желтыми глазами пытался поймать меня. Правда? Ты часто попадаешь в беду, но может это был мой кот. Ох, моя леди. Если это так, тогда он в беде. Что случилось? Я могу показать, следите за мной здесь недалеко. Взяли, зарубали кота. Вот так вот. У меня аквариум нету. Нет у меня аквариума. Мы ж пошли. Вот это место, кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. Конкретнее. Жаль, не могу, казалось, будто земля их поглотила. Если еще могу чем-то помочь, дайте мне знать, я буду поблизости. Так, ну понятно. То есть здесь, по сути дела, надо найти место. А, вот это вот, да, штука. А смотрите, что можно сделать. У нас же есть вот эта вот вещь. Как это не сработает? Ну ты чё, не сработает? Почему? Здесь должен быть смысл, иначе бы он не стоял. Использовать. Я не могу этого сделать. Я вот уверен был, что вот эту штуку надо использовать. Нет, не получается. Ладно, объединить. Объединить предмет-билет с предметом ручка. Так не пойдет. То есть они ушли туда вниз под землю. Крыс, что ты сделал с тобой, мой котик, а? Сооруди вход. Но как? Так, а крысосвина нельзя? Жукосвин. Жаль, что я тебя убила. Ну, что поделать? Давайте поговорим. Жукосвин мертв. Спасибо, теперь мы будем есть. Там был крыс. Не могу, чтобы вы знали, внутри жукосвина был
Там не было крыс, прости, я очень плохо вижу. У меня также проблемы с сердцем, больная спина. Также я страдаю от нарколепсии. Иногда я засыпаю, видимо. Так, мужик, ну на тогда. Не работает. Я был уверен, что надо прикрепить ручку вот к этой штуке. Типа она тогда начнет типа работать. Но я не могу ничего подействовать. Гребень для волос блестящий и красивый. Отдай его. Сейчас же. Хорошо, но сначала вы причешете мою шерстку. Да. И сейчас она такая, знаете, картиночка наберет топором такая. Ха! Спасибо, моя леди, вы очень добры. Так, вот, мне гребень еще отдали. Так, у тебя есть идеи, как найти моего котика? Как сказать, моя леди, вы повсюду его искали? А, все идет не так. Конечно, но, видимо, чтобы не дело, все идет не так. Моя дорогая мисс, хотел бы я вам помочь. Но кажется, те, кто забрал вашего кота, из другого мира. Возможно, у них есть порталы, которые никто не видит. Кто знает, что такое портал? Понятно. Портал, мисс, он как обычная дверь, я думаю. Понятно. Спасибо, крыс, пока. Так, ну понятно, то же самое. Не хочет с нами общаться, но как... Да-да-да-да-да-да. Портал. Пока. Так. Собственно, у нас осталась ручка. Сюда. Да, это не работает. Сюда. Здесь, говорит, нет отверстия. Ну вот тебе. Прикрепи. А больше ничего не работает, да? Ну, то есть я был уверен, что вот сюда вот надо прикрепить, и типа и оно будет работать. Этого нельзя сделать. Угу, не работает. Little Miss Fortuna. А, ну да, Little Miss Fortuna, она хорошенькая. Рейнбоу-то, оно прям пожестче. Так. Куда можно прицепить ручку? О, ключ, кстати. Мы же ключ-то... А, точно! У меня же теперь есть вот эта штука. Мы можем расчесать его. Подожди, мы же можем расчесать. Ваш прекрасный гребень, господа. Ах, человек, прямо ты сделал это. Отлично, надеюсь, им ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг. Прощай. Спасибо вам, господа. Я просто забыл уже, что нам нужно было это сделать. Забираем ключ. Эй, у нас есть ключ. Золотой ключ с дерева. Так, я думаю, что надо объединить вот с этой штукой. С предметом ручка склеим, да? Ну... Не работает, да, объединение? Да что ж вы за люди-то такие, а? Так, а тут у нас типа ничего нет, да? Так, давайте подумаем. Я прям уверен, что ручку с клеем надо куда-то прицепить и вставить в нее ключ. И это типа будет порталом. Я просто в этом уверен, на 100%. Терпеть не могу, не работающие вещи, они меня злят. Ну, да! Не работающие вещи всех злят. Но теперь у нас есть ключ. Так не пойдет. Ну, не пойдет. А, я знаю, что надо сделать. Смотрите, я придумал. Смотрите, во. У нас есть маркер. Рисуем дверь. Я сказал, дверь рисуем. Сооруди вход. Я готов. Я готов нарисовать дверь. Давайте самый тупой, что может быть, типа. Использовать все на все. То есть я думал, что типа сделать надо дверь начертить, приделать туда типа ручку, открыть ключом и уходить оттуда. Не работает так. Не работает.
Так, ладно. Так, это, да, это мышь. Короче, надо с мышем больше не разговаривать, потому что он нельзя выйти из этого. Ака. Соруди вход. Так, ладно. Пойдемте сюда. Вернемся, посмотрим, что тут есть. Так, тут есть этот кошак наш. И вот та вот непонятная штука. Так, погоди, может быть, здесь я могу теперь нарисовать? Так, не пойдет. Так, погоди, грибы собрать можем? Собирай грибы. Не хочет работать. Игорь, тебе помогать? Сейчас я, погоди, я подумаю сначала. Вот. Кто-то забыл помыть кисточку. Она крепко... Мисс Королева. Это что такое? Кальсоны? Большой муравей был голым. Так, слезай. Так, но... Ах, нет, они закрыли дверь? Подожди, у меня есть это. Ничего, конечно. Использовать. Я говорю, бери ключ, используй на дверь. Нет, не работает. Множество существ. Всякие жуки, которые съедят мне мозг. Так. Пока не работает, в общем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты проснулся, нет? Рада за него, он уснул. Блин, ну вот, ну нам же 100% вот здесь вот надо что-то сделать. Вот как пить дать? А, подожди, давай попробуем вот это объединить вот с этой штукой. Не работает. Да. Дезинсектор не работает. Че, у кого какие идеи? Че нужно сделать? Что еще можно сделать здесь? Ты недостаточно умна. Ну серьезно, Френ, ну ты максимально глупая. Прям как я. Глупо, но попробуй на бревне начертить дверь. На вот это, вот понимаешь, я думал, что на вот этом бревне надо начертить дверь, но на него не действует. Понимаешь, оно не работает. То есть, вот воспринимается только вот эта штука и вот эта штука. Все, больше ничего не работает. Там у пианино есть доска. Пошли. Вот это? А-а-а. Дети. Понятно. Ну, короче, да, я просто, как всегда, по своей невнимательности это не увидел. Ну, все, тут все понятно. Типа, теперь все понятно, очень просто. Поставили. Использовали. Открыли, залезли. Все. Какая забавная маленькая дверь. Мистер Полночь, ты здесь? О, за нами кто-то идет. Ну вот. Кто-то девочку поймал. Глава 2, часть 2.
Раздвоение личности. О, у нас еще и это. Раздвоение личности. Прикольно. У нас шапка из мистера Полночь. Боже, где я? Что это? Шляпа? Из мистера Полночь? Из его кишочков? Мистер Полночь? Нет, твоя голова, котик. Секунду, это не мой котик. Какая странная шляпа. Так, письмо есть. Давайте почитаем. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеюсь, тебе понравится твоя новая кровать. Будь славной и ешь свою еду. С любовью, Клара и Мия. Это не мой дом. Видимо, они подумали, что я кот. Они не могут меня любить. Даже мы даже не знакомы. Что это? Это не мой дом. Видимо, они... А, подожди. Ну все, погнали, давай исследовать, что тут есть. Забавно посмотреть, что у людей есть дома. Дома. Ага, котелочек забрали. Черепушечку нет, не забрали. Это глаза, фу. Так, окошко прикрыли. Работает. Плита для готовки. Мама показывала, как ею пользоваться, да? Несмотря на то, что не люблю зажигать спички. Так, смотрим, что тут можно забрать. Нож. Острый блестящий нож. Ты можешь пригодиться. Тряпочка. Маленькие ручки. Ложка. Нет. Лопатка. Нет. Печенюшки. Нет. Мед. Нет. Мука. Тоже нет. Большая пачка разрыхлителя. Да. Шишечка. Мы только что таких шишечек гоняли. Не хочет забираться. Ну и ладно, и все. Так. Это что такое? Дровишки. Ага. Эти девочки, они забрали моего котика. Ух. Не, ну это не девочки, это девочка, это скорее всего. Так, нам предлагают спички, соду и нож. Короче, нам зачем-то показали это все, я не знаю зачем. Вода. О, я знаю, что сделать надо. Сюда вот котел, по-любому. Я прям уверен. Пора готовить. Я не знаю, зачем готовить, но нам сказали готовить. Части белок. Чеснок. Перец. Ага. Рис, бобы. Оац. Не помню, как переводится. Так, грибочки. Какая-то странная штука. Проросшая семечка. Соль берем. То есть мы сейчас, по ходу дела, будем играть в симулятор, так, повара. Это что такое? Похоже на растение. Давайте воду выключим. Мишка с вывернутыми кишочками. Танцующий мишка, у него нет обувки. Так, цветочки тоже не пахнут. Сюда можно зайти? Можно. Кстати, мы... О, это, слушайте, тут целый дом, а? Такое ощущение, что это девочки из Сияния. Русалка. Домик. Какой хорошенький домик посреди нигде. Прикольненько, сварим суп. Да, надо, видимо, сварить. Вкусно и красиво. Тортик. Тортик, обожаю тортики. Хочу торт. Уютно и тепло. Девочка, привет. Здравствуй. Она не хочет с нами говорить. Что это за запах? Бедная девочка, кто это сделал? Почему? Да ты по-любому сама их всех рубаешь. Не нужно быть осторожнее. Граммофон, интересно, работает ли он. О, прикольно. Это же большой муравей из леса, да? Он мог... Это мог быть он, только немножко моложе. Кажется, я слышал это название раньше. The Blueberry Tree. Ага, минутку. Да, понятно. Черничное дерево называется. Так, тут что? Пишущая машинка все еще работает. Сова. Сову нельзя. Сложить я бы сложил. Так, девочку порубали. Идемте наверх. Лестница упирается в стену. Возможно, здесь была моя дверь. А сейчас она исчезла. Так, ну давайте начинаем. Под пилюлечками. Глядеть все. Ну, началось. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Мамочка уронила тебя. Наверняка она была больна. Это не твоя вина. Короче, девочка больная на всю голову. Кажется, свежим. Ты все еще жив? Ты умный малыш забрался. Но она реально маньяк. Либо поехавшая на всю голову.
Так, можно выбраться, да? Или нельзя? Короче, что-то можно. Перепрыгивай. Мне нужен мост. Ну хорошо. А, подожди. То есть теперь тебе надо еще назад по одному. Обалдеть. Вот такие вещи не люблю. Вот. Спрыгнула разом. Молодец. Игра услышала меня. Сделала то, что я хотел. Так, здесь что, также вверх нельзя подняться? Нет, здесь можно. Козлоборот. Так, а здесь уже девочки. Они близняшки. Посмотрим, что внутри. Ну? Черные свечи, чтобы осветить тьму. Нет, черные свечи, чтобы делать обряды черной магии. Вообще-то. Девочка не очень понимает, о чем говорит. Картина с красной розой. Там синяя роза была, красная роза. Ага. Так, ладно. Короче, какой-то гигантский дом. Пока непонятно, что нам тут вообще делать. Тут какая-то жесть происходит. Фу, этот монстр. Так много крови. Так, нет отражения в зеркале. Есть спички. Картина выглядит очень старой. Игрушки так безобразные. Привет, кукла. Кто тебя поймал? Короче, у кого-то крышак тут точно поехал. Во, вот это, мне кажется, можно забрать. Пинцет. Духи нет. Ладно, включаем пилюлечки. Ты будешь играть в Binding of Isaac? Ага, понятно. Сегодня нет. Но вообще да. Буду играть. Так, давайте здесь посмотрим пилюльки. То есть меня каждый раз будут сюда ронять, да? Все, я понял. Я запомнил. Не буду включать пока. Так. Свет, включись. Тринь. Там кто-то есть. Ой. Кто вас шел вместе? Похоже, это больно. Не плачьте, хорошо. Фу, да мерзко. Это максимально мерзко было. Игрушечный кролик. Так. Сестры. Почему они такие старые? Скорпион, отрубленная голова лисички, шляпа, красивая кукла, большой зонт, еще одна игрушка. Не нравится мое платье. Тут что? Множество крошечных вещей. Мистер Крыс. Вот этого человека, мне кажется, или не человека, там не знаю. Существо надо освободить. Я нашла тебя! Это ты, боже мой, дорогой друг, я нашла тебя. Мне кажется, нет, Фрэнд, совсем. На самом деле, ты наконец-то! Дай тебя увидеть. Подойди поближе, дай мне тебя увидеть. Реально кот? Серьезно, мы его нашли? Спасибо, что ты не злась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю. Мистер Полночь, я очень скучала. Дорогая Фрэн, как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними, но спустя время я заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я попытался поймать еду и подкрепиться, но что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Я открою клетку. Нам нужно к тете Грейс. Фрэн, я очень устал, лишь бы это все казалось дурным сном. Все будет хорошо. Кот, не боись, все будет хорошо. А, так, ты будешь... Угу. Так. Могу я спросить? Конечно, спрашивай. Ты ощущал мое присутствие в своих снах? Ну да. Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Фрэн? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Присутствие? Это был человек. Не человек, но существо было добрым и мирным. Волшебство! Хорошо, что нас оно заботится, Фрэн. Ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ и освобожу тебя. Хорошо, я тебя люблю. Так, ладно, кота нашли. Погнали его освобождать. Игорь, а теперь наоборот, под пилюлями реальный мир, а... Ну да, 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 так и есть. То есть, понятное дело, что, типа... О, девчонки! Вы меня напугали, я думал, здесь никого. Вот ты где, мы ждали тебя, где твоя голова? Моя голова? На нужном месте. Драгоценное существо из нового мира, как кто бы еще поверил нам. Так, я в растерянности. И что вы говорите? Фрэнбоу, это твое имя, так? Твоя мама и папа трагически погибли, очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так?
Да, откуда вы знаете? Мы просто знаем, должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься, плохие вещи происходят со всеми постоянно. Жаль, что я бы хотел сейчас оказаться дома со своей мамой и папой. Нежелание возможного, ищи решения и ответы. Да, но мои мама и папа никогда не вернутся. Выпей чай, съешь кусочек торта, тебе станет легче. О, давайте, давайте, давайте. Мне нужно знать, как вам Том рассказал обо мне. Ты боишься, маленькая Френ? Немного. Я попала сюда странным образом, и этот разговор меня задачил. Ты еще не спрашивал о своем коте, мистере Полночь. Это очень странно для девочки, которая любит, так любит своего кота. Ты так спокойно, ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя? Я люблю его, поэтому я здесь, я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Конечно, он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям вскрывают голову, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья и убила жука. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше ничего не помню. А еще я видела настоящую семью из шишек. До того, как я сюда попала, они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь. Ищу мистера Полночь. Вот это приключение. Сколько тебе лет? После Френбоу, да, будет. Арми Крок обещал. Так, мне 10 лет. 10 лет, скоро будет 11, а вам? Нам 16, мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Так, вы не можете мне указывать. Я не хочу вас слушаться, вы не можете мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупа, а? Глупая? Глупая маленькая девчонка без семьи? Простите. Пожалуйста, простите, я не хотела грубить. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит, попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Какие добрые девочки, а? Все, что пожелаете. Далее, я сделаю все, что потребуется. Хорошо, теперь слушай внимательно. Давай. Ты должна выполнить над ним магический трюк. Любишь магию? Магия волшебна! Кто не любит волшебство? Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт, будь внимательна и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Ага. Эй, рецепт, вернись. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Не, мы не можем. Это нас убьет, знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то перестало перед нами. Мы думали, это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование, мы так и не поняли почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его, но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Я постараюсь. Хорошо. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала, а пока ты можешь пойти и поговорить со своим котом. Но мы не будем его освобождать, даже не пытайся открыть клетку. Если поможешь нам, мы поможем ему. Спасибо. Такие девочки, короче, они типа сумасшедшие, но как бы не очень. И Френ, ты видишь этот ключ? Ты вот представляешь, что им можно открыть? А, глупая-преглупая девчонка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы ушли. Вот так пошли. Так, сказали сходить с котом пообщаться. Погнали. Сбегаем до кота. Быстренько поговорим. Что хочешь? Френ, ключ уже у тебя? Нет. Еще нет. Эти девочки жуткие. Они хотят меня использовать. Они срезали шею шерсти и забрали немного крови. Для рецепта. Это ужасно. Думаю, это для рецепта. Они ведьмы, злые ведьмы. Знаешь, как в сказках, что мы любим читать. Не важно, ведьмы или нет, мы найдем способ выбраться отсюда. Все? Ага. Сергей Мультик, привет. Так, что девочки тебе сказали? Они сказали, что не были соединены друг с другом раньше, и что они отомстят тому, кто совершил это с ними. Они также показали мне ключ, и я уверен, что это он от клетки. У них сидит зло, возможно, у тех, кто это сделал, были свои причины. Передумать?
Должно быть что-то, чего они боятся. Я не знаю, посмотрим, что я могу найти. Скоро увидимся. Ну, тут вариантов два. Либо это нацел на вариативность. Ну, то есть нам подсказывают, что есть якобы вариация. Либо действительно... О, прикольный чувак. Привет. Снова он. Я не принимал таблетки. Что ж, он открыл окно. Благодарю. Кто он такой? Погнали. Погнали в окно. Лягушка. Эй, ты. Кто? Да, кто говорит? Я жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Давай. Ты в большой опасности. Не доверяй тем девочкам. Почему вы так говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда. Но они мне не позволяют каждый раз, когда я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Дом — это будто огромный магнит. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не просто так, а чтобы использовать нас, не доверяя им. Это ужасно, вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Как вы узнали? Ты видел мертвую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Я что-нибудь придумаю. Я не очень умный, но на твоем месте я бы пошел к делу творчески. Творчески я сделаю все возможное. И, девочка, прошу, спаси нас, я очень хочу выбраться отсюда. Так, мистер Жаб, короче. Так, ржавый велосипед посреди острова. Угу. Ну, то есть это остров, который был на картинке. Так, что мы забрали? Мы доску забрали. А, доска это, я понял. Забрали доску, это для той штуки. Погнали туда сразу. Так, погоди, а чё гнали? Просто таблеточки раз, и все, и мы на месте. Эй, по одной штучке. Вот, и там в записке, видимо, что-то должно быть написано. Я же тебе сказал, вот мост, используй. Я не могу это поднять, слишком тяжело для меня. Тогда срежь. Все. Погнали вниз. Игорь, прими. Тик-так в комнате. Не-не-не, тут не получается. Пилюльки все время возвращают меня вот в эту канализацию. Поэтому тут бесполезно. Что бы то ни было при... лягуш! Ай, жжется. Почему здесь нет огня? Я не могу дотронуться до бутылки. Очень жжется. Подожди, но у меня есть спички. Я не уверен, что с этим делать. Ну, хорошо, давай мы объединим вот это вот с этим. Не работает. Не работает. Так, давайте посмотрим, что здесь пишут. Потеряно от меня, забившись в слезах, ваше тело становится ложью благодаря данному ангелу. Так вам понадобится сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота, пентаграмма из пепла, обгоревшее тело лисы. И готовьте ингредиенты в горшке или в котле с большим количеством воды. Собравшись выпить средство, повторите вот эти слова. Призыв старого потерянного тела. Ага, то есть они хотят... А, я понял, они по ходу дела хотят из Фрэнс сделать себе тело второе. Так, может оно заколдовано, чтобы его никто не трогал? Так, любопытно, а жжется, почему здесь нет огня? Слушайте, ну я бы предположил, что нам нужно использовать с вот этой штукой. Отрицательно. Спички использовать с мертвой лягушкой. Тоже не работает. А вот эту штуку использовать с мертвой лягушкой. Да, это работает. Я достал бумагу. Так, здорово. Изучаем. Так, раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы попытаетесь испортить эту сущность, ваша душа будет так. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится... Кровь исполнительного ритуала, 5 черных свечей, вычеркнута пентаграмма из пепла, распустившаяся синяя лунная роза, волос человека, которого вы хотите заколдовать. Пеплом нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате, в каждой верхушке пентаграммы разложите зажженную черную свечу,
Наполните котел водой и положите в него другие элементы. Вскипятите, вылейте на того человека, которого хотите заколдовать. Понятно, то есть вот мы нашли правильный рецепт. Сейчас нам нужно сделать. У нас вычеркнуто уже 5 черных свечей и вычеркнуто соль и перец. То есть нужно сделать кровь из... Добрать... достать кровь исполнительного ритуала, пентаграмму из пепла, распустившуюся синюю розу. Это интересно. Синяя роза, распустившаяся. Она, смотрите, вот тут был... Не, вот здесь вот она была. Спички надо на плите. Да, по-любому надо. Таинственная женщина, мне нравится синяя роза. А, подождите, это мне типа подсказка, что она в воде. Я понял, хорошо. Так, спички на плите. Давайте проверим. Ага, огонь. Так, хорошо. Типа сюда можно поставить эту штуку, по-любому. Так, что нам нужно было? Так. Так, в каждой верхушке разместите сжёную свечу, наполните котел водой и положите в него другие элементы. Угу. То есть, подождите, либо мы должны сварить вот эту штуку. Не, погодите. Давайте поищем. Пентаграмма из пепла, значит, нужен пепел. Кровь исполнителя ритуала. Это я. Типа, использовать на френ. Да, вот кровь. Ага. Типа, есть у нас кровь для исполнителя ритуала. Отлично. Сода. Это... Типа, из нее делать пентаграмму, да, можно сделать, наверное. Распустившаяся синяя лунная роза. Так, чтобы дул холодный ветер. Так. Погнали на улицу. Погнали на улицу. Вот луна. Вот, скорее всего, вот сюда вот надо что-то сделать. Лунный свет на воде. Такой красивый и спокойный. Чувствую, будто луна следит за мной. Что сделать? Не знаю, давайте использовать вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот эту штуку. Нет. Кровь. Спички. Так, погоди, я говорю, спички использовать на лунный свет. Так, не пойдет. Использовать... Нет, не работает. Использовать... Нет, не работает. Так, ты... О, это сработало. Та-дам! Забрали. Распустившаяся роза. Пентаграмма из пепла. Так. Пеплом... Нам нужен пепел. Нам нужно что-то сжечь. А, подождите, мы можем сделать, смотрите, объединить вот так вот. Нет. Использовать на жабу. Жабу поджечь, нет? Не получается. Большой, прибольшой камень. Оставлю его здесь. Так. А, кстати, да, может быть, тут принять таблетки. Да. Скептикам нужна правда на бумаге. Девочка, привет. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Мне страшно, ты можешь помочь мне? Живой старый велосипед. И как тебе помочь? А, это вот, наверное, душа, которую надо освободить. По-любому... Не работает. Не работает. Не работает. Скептикам нужна правда на бумаге. Так. Игорь, слышал про такую воду, называется сухая вода. Да. Бук...
буквально вчера, по-моему, ролик делали на Ютубе про сухую воду. Клара и Мия. Так, нам нужна пентаграмма. Где бы ее взять-то? Подожди. Я понял, нам куда надо. Нам нужно волос. Это вот этой девочке. Это, скорее всего, девочку порубали. Вот здесь вот. Вот это вот. Я был уверен, что это девочка, которую порубали. Так, это же, собственно, жук. Короче, нам где-то пепел достать. Игорь, перечитай листок. Хорошо. Ай, не то нажал. Давай, смотри. Читаем. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать освободиться тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь, да, пентаграмма из пепла. Пеплом нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. В каждой верхушке пентаграммы разложите зажженную черную свечу. Наполните котел водой. То есть мне нужен черно-белый квадрат. Ну, это понятно. Да, да, это мамик сделал. То есть черно-белый квадрат. Где у нас есть черно-белый квадрат? По-моему, на кухне. А, подожди, пепел же у нас живот. И вот же у нас есть. Уютное тепло, погоди. Я могу здесь что-нибудь сжечь. Я знаю, что можно сжечь. Вот эту штуку. Как не пойдет там, чё? Давайте эту сожжем. Соду сжечь. Нет, не работает. Тебя сжечь. Не работает. А почему это не работает? Я был уверен, что можно сжечь. Так, Игорь, перечитай листок. Я прочитал. Опять не то. Вот этот прочитать. Горевшее тело лисы. Там типа пепел, что ли, взять? Лисичка. Нет, не работает. Тоже не работает. Так. Короче, мне нужен где-то пепел и черно-белое место. Вот, я думал, что вот это вот почему-то часть покрашена в черно-белый. Ну, то есть, типа, вот это вот использовать. То есть, это прям пепел. Подожди, а можно поджечь эти дрова? Забрать можно? Не хватает некоторых ингредиентов. Ну давай. Отправляйся в котел. Синяя роза. Кровь. Туда же. То есть мне осталось только... Мы из пепла. Ну, то есть мне нужна, вот мне нужен волос человека, которого вы хотите, и пентаграмма из пепла. Чего говорить, в печатную машинку запихнуть листок? Ну пойдемте попробуем. Ветер, кстати, перестал дуть. Волосы с головы. Что мне делать? Я отказываюсь это делать. Это нехорошо. А, это я понял. Типа это мы пытаемся подставить, да? То есть, якобы нам нужны волосы с головы. Перепечатать этот лист.
В зеркале, кстати, есть небольшой замок. То есть нам сейчас типа нужны эти девочки, показать им, что нам нужен волос с головы. То есть они сюда, по-моему, да, уходили. Короче, нам нужен пепел. Нам нужен пепел. Где нам его взять? Где нам взять пепел? Почему ты читал перечитай, если я писал перепечатай? Потому что есть такое, такая тема, что человеческий мозг обрабатывает информацию немножко быстрее, да, которую, чем он правильно видит. Из-за этого получается, знаете, что получается так, что я могу видеть первое и там последнюю букву, и видеть остальные буквы в разброс, и в голове додумать слово. Да, нужно больше времени, я не могу запомнить всех слов. Дай нам, пожалуйста, волос. Дай волос. Лягушка. Заберу его, ты меня видела? Не видела, пока. Так, лягуш забрал... Так, лягуш забрал голову. Иди сюда. Подожди, я говорю, возьми, использовать на близнецы. Кое-что не хватает, я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь, они не нужны, мы знаем. Посмотрите. Здесь так написано, в рецепте. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готовься. А, понятно. То есть мне написали, что скептикам нужно подтверждение на бумаге. Это, то есть, не подсказка, что нужно было бумагу использовать в печатном станке. Вот. Я дам вам знать, когда буду готова. Свечи поставь на пол. Ну да, это понятно. Просто вопрос в том, что у нас не хватает этого. Пентаграммы. Я не могу это сделать, потому что у нас пентаграммы нету. Так, волосы использовать вот сюда. Теперь волосы, хорошо. То есть нам осталось только пентаграмма. Так как мы эту пентаграмму сделаем? Мы должны начертить пеплом. А пепел, как получить? Да шут бы его знал. То есть мне нужен пепел. Пепел. Какой-нибудь хороший, короткий хоррор. Нет, пока у меня нету. Тоже не... А подожди. У нас есть жаба, которая говорила, что голова должна исчезнуть. Видимо, голову надо сжечь. Я в ступоре, не знаю, что делать. Я в ступоре. У тебя есть то, что позволяет видеть вещи, которые другие не видят. Откуда вы это знаете? Я говорящий, разве это нормально? Думаю, но ты говоришь со мной, это делает тебя особенно, это логично. Вы правы. Ты все смотрела, возможно, ты пропустила некоторые послания. Смотрим, что я могу найти. Ну, то есть это типа подсказка, да, о том, что вот эту штуку надо было сделать. Вот, вопрос в том, где пепел взять. Сергей, привет. Пепел. Я не сяду. Где мне взять пепел? Все остальное не берется. Так. Может, он в печке? Нет, в печке нет ничего. То есть я был уверен, что дрова надо сжечь. Давайте объединять что. Я не хочу поджечь свою сумочку, ну а что делать? Нет. Так, мне вообще хоррор не нравится. Сожги что-то на плите или под плитой. Я уже пытался.
То есть, видишь, он типа не работает. Он предлагает либо с френ, либо с кипящей водой. Не работает это. Чтобы холодный ветер остался снаружи. Что же поджечь-то и как главное поджечь? Ну, то есть понятно, что нам нужна пентаграмма. Что делаем? Что делаем? Подожди, ну давай, может быть, надо немножко настрогать дров. Нет, не работает. Может быть, закрою вентиляцию и потом... Видишь, тут вентиляция не закрывается. Типа, я не могу поджечь дрова также. То есть воду я могу открыть. Нет, не работает. Возьми со стола ингредиенты и докинь. У меня нету больше ингредиентов. Мне нужен пепел. А, я во, вот, я, вот он. Вот она, урна. Урну надо взять, просто урну и все. Внутри лежит пепел, блин, самое тупое. Вот, вот то, что можно было сделать, это вот, вот эта вещь. На полу рисуем пентаграмму. Все, вот теперь все понятно. Свечи расставили. Что там дальше делаем? Распустить зажженную свечу. Зажженную свечу. Ага. Забираем этот котелочек. Так, погоди, что еще осталось? Ты все уже сложила. Вылети на того человека. А, то есть мне нужен человек. Иди сюда. Мне нужно ей сказать, что все готово. Мы ждем тебя, Френ. Я все сделала, вообще-то. Чего? Давайте посолим. Соль и перец, волшебный суп. Нет, не работает, да, это? А почему, подождите, а почему соль и перец было? Тут же не... А, соль и перец. Ай, я дурачочек. То есть я взял, как бы, но их не сложил. Так. Давайте на девочек. Все готово, пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Девчонки, идемте, мы будем вас варить. Чуть-чуть. Все, встала? Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Все, выливаем им это на башку. А теперь я произнесу слова. Тр-тр-тр, что-то она там говорит, что-то говорит-говорит. Говорит-говорит-говорит. Что произошло? Ага, второй круг. Магия! Ну? Это не то заклинание, ты нас обманула? О-о-о! Черная душа ушла! Ха-ха-ха! Вот вам всем. Девочка до сих пор моралистка, я просто не понимаю вообще, как так можно, короче. Она типа месяц все и вся. Короче, тут по ходу дела, я прям уверен, что это она зарубала своих родителей. В каком-нибудь угаре сумасшедшем. Вот, пойдемте вот эту, мне кажется, вот ключ, мне кажется, сюда надо, а не к коту. Я прям уверен. Что? Так, должна открыть эту шкатулку, но как? Часть машины, я не могу ее сдвинуть.
Понятно. Или непонятно? Нет, пока непонятно. Так, думаю, нужно открыть эту штуку, но как? Ладно, мы подумаем. Пойдем к коту сходим. Вот, я к тебе пришла. Освободи меня, найди ключ. А нет ключа? Нет ключа? Читаешь, что она там говорит, Игорь? Сейчас почитаю. Итак, она говорит. Механическая штука вращается. Может, это своего рода двигатель? А, это пятнашки. Все понятно. Это нельзя пить. Все понятно. Пятнашки. Классические. Все. То есть мне надо просто провести вот как-то вот так вот сюда. Это просто. Так, сейчас надо, получается, сделать так, чтобы у нас... Вот это вот первое, да, двигалось, например. Во. Зашебуршало. Так, у меня еще есть раз, два, три. Подожди. Раз, два, три. Никто. Так, оно не работает. Или работает. Теперь вот эту, да, надо? Вот сюда. Ну, это простая. Это очень простая задача. Чего вы орете на меня? Чего орете, непонятно. Чего орут, сами не знают. Угу. А так, отлично. Клятва сестер, мы Клара и мне Бухальмет. Клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кстати, Итвард мы уже слышали. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга и будем ненавидеть друг друга всегда, ничто этого не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно. Слабейшие умрут. Мать должна умереть, они написали. Так, все понятно. Так, двуглавая кукла, видимо, очень старая. Ну, видимо, девочки тоже, да, были из этого, из... Ой, кстати, тайнее, походу, дело. Два скелета. Да. Как ты быстро прошел? Ну, это пятнашки. Пятнашки очень простая головоломка, серьезно. То есть я научился ее прям очень-очень давно решать легко. Получилось, мой котик, получилось. Выходи, дай мне тебя обнять. А если котик выходит, он такой... А всех убивает. Нет, не убивает. Итвард, это скелет. Да, кстати, возможно, это он. И мы нашли кота. Пора домой. Да, пошли. Погнали. Куда идем? Мистер Кот, пошли. А, нам к жабе надо. Фак, 65 девочек. 6. Понимаю, о чем ты. Типа, влюбились в скелета, когда играли в эту игру? Может быть, не исключено. Я смогла, сэр Жаба, девочки мертвы. Прекрасно, теперь могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, я наконец-то нашла своего котика. Я просто хочу домой к тете Грейс. Но как вы выберетесь? Здесь нет лодки. Помоги нам. Мы же тебе помогли. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дай мне подумать, не бросай нас, прошу. Велосипед. Так, большой-пребольшой камень, оставлю его здесь. Так. Так. Мистер Жаб, ну чё? Ага. Короче, то же самое, да?
Здесь нет лодки. Мы не умеем плавать. Но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дайте мне подумать. Не бросайте наш, прошу. То есть нам нужно найти что-то, что поможет нам переправиться. Возможно, это, не знаю, котел. Вот эта вот штука поможет нам, нет, переправиться. Не поможет. Да, конечно, неправильно, неправильно. Кот шкребется. А, шикардос, кот. А, так, я тоже надеюсь, Френд, мы сделаем это вместе, я помогу тебе. Пока что ты мне не помогаешь, пока что ты просто сидишь. Вот это что... Так, нет, это нельзя забрать. Так, погодите, у нас там была еще закрытая дверь. Идемте. Так. Ну так съешь, что ты делишься? Так, сюда. Не работает, не работает. Горящие свечи. Так, что мы можем еще сделать? У нас есть сода. Изучить. Тесто пышным и красивым. Может, надо жабу разрыхлителем бахнуть. Ну-ка. Посыпать жабу разрыхлителем, она того возьмет и станет большой и толстой. А? Я не сдобная булочка. Но вы липкий и мягкий, прямо как тесто. Ты права, это может сработать. Была не была. Да, я угадал. Получилось работать. Большой, чувствую себя великолепно. Отлично, поехали, идем, и мистер Полночь. Конечно, Фрэмбо, одно ноги гигантская жаба пристально на меня смотрит. Он хочет помочь. Вот и все. Хорошо, если он попытается что-то сделать, я поцарапаю его. Все хорошо, постарайся не ранить его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. Если мы пойдем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Поехали. Я забыл отдать тебе кое-что. Я видел тебя на том фото и подумал, что это твое. Ууу, точно, смотри. Молодец. Еще книга, она была с фотографией. Угу, нам вернули то, что мы потеряли. Я думал, что потерял его навсегда, но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка. Читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо тебе, люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали, держись покрепче. Ха-ха, вот это классная фотка. Вот это прям красивая, красивая. Вообще, мне нравится такая вот. Вот это клевая. Жаба прикольная. О! Это же Фроггер, ребята. Это же Фроггер. Старый добрый Фроггер. Так, а что? Типа так надо прыгать, да? Бэм. Угу. Да, это старый добрый Фроггер, классический. Ну, вылезай. Давай. Прикольно вообще. А, как в Тетрисе. Нет, это... А, ну в Тетрисе, да, была похожа. Ой, не долетел. Ошибочка вышла. Нет, мы не будем ее пропускать, потому что она выглядит прикольно. Тот онборд. Понятно, получено достижение. Ну, она легкая тоже. Классический Фроггер. Мы на месте, спрыгивайте. Пойдем, котик. Все, лягуш, спасибо тебе, лягуш. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо, надеюсь, вы тоже прощаете. До свидания, сэр, и спасибо за поездку. Френд, что нам теперь делать? Искать путь домой, котик? Ты видишь небо? Сейчас рассвет, скоро все страшные вещи исчезнут. Ага,
Я такой голодный, хочу спать, хочу домой. Я тоже, котик, мы найдем путь домой. Да, пойдем. Эй, я думал, это закончится эта серия. Так, пойдем посмотрим здесь. Пилюльки-то. Типа, вынесла. Ой, скелет малыша. Они не успели вовремя. Спокойной ночи и сладких снов. Блин, сумасшедшая женщина. О, опять эти чуваки. Они спят, возможно, они не застряли. У них есть свой гребень. Возможно, а возможно нет. Боже, мост выглядит довольно жутко. Френ, пошли. Мы должны вернуться домой. Не вовремя бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Ай, пойду первым. Хорошо, иди за мной. Хорошо, котик, ты такой милый, я пойду прямо за тобой. С котом сейчас какая-нибудь ерунда случится по-любому. Либо с Френ какая-нибудь ерунда случится. Какое дерево? Ну пошли. Типа и нас снова разлучат. Прям, я прям уверен в этом. Ну, типа, да, вот сам конца. Френ, подожди. Вау, опять этот гад. Здравствуй. Ну, понятно было, да, это. Тут ясно. Я не хочу умирать, не могу больше держаться. Ну, что поделать? Ты не умрешь, мой друг. Давай ты сможешь, прыгай. Хорошо, прыгаю. Я держу тебя, серьезно. Кот, ну ты не самый этот. Не. Вы видели, как он мило? Как он мило спрыгнул. Не бойся, Френ. Мы часто падаем. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Воспоминания о маме. Ах, дорогая тетя Грейс, никогда не бросай меня. А, это тетя, не мама. Не плачь, моя девушка, твое сердце чисто, но твой разум в муках. Ты должна остаться и пойти своим путем. Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты так просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну так же, как это сделали мама с папой. Маму с папой вообще-то убили. Прости, моя дорогая Френ. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи, пожалуйста, прошу. Френ, время принять твое новое лекарство. А, это, видимо, воспоминание о том, когда ее оставили в этой в лечебнице. Третья глава должна начаться сейчас. По-любому. Ох, что произошло? О, мы теперь за кота играем. Прикольно. Френ, ты где? Мяу. 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 Так, непонятно. Нам не показали, что это следующая глава, но при этом я прям чувствую, что это следующая глава. Гоу прохождение Супер Мидбоя. Супер Мидбоя я проходил полностью Рейзер. Но пройти можно. Или ты про следующего, про второго. Это финал главы. То есть вот это финал главы. То есть мне нужно дойти эту главу. Или... А ладно, давайте дойдем. Как мне скажут, что глава... Ой, что за уродливое дерево. Я расцарапаю тебя. Котик, котик, перестань, о чем ты говоришь? Френ, моя дорогая, что это? Не может быть ты. Что такое, мой дорогой? Конечно, это я. Кто же еще? Френ, ты дерево. Не глупи, помоги мне встать. Ты дерево. Секунда. Где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в дерево. Что? Ну как? Ох, мой дорогой, это конец. Ты всего лишь большой монстр. Он не даст нам вернуться домой. Надеюсь, он не вернется. Он очень страшный. Он всегда возвращается. Угу. Марин, ну, давай тогда. Тогда удачи.
Кажется, я его помню еще с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом, хочу вернуться домой. Но ты дерево, мой друг, дерево, я не смогу донести тебя до дома. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умру, котик, скажи мне. Прошу, не говори так, Фрэн, не оставляй меня. Но я чувствую себя такой слабой. Оп. Хомка, Игн, Хэл. Коли, коли, чё там? Игн, Жванти. Это кто это? Мистер Морковка и мистер Сушеная Морковка. Ай, осторожно, сэр, почему вы нападаете? Вы можете сказать, где я, сэр? Хаула, коли, хаула. Прекратите, я вас расцарапаю. Хаула, Радаман и Гнюст. Что они говорят? Ох, котик, почему с нами происходит? Хаула, хаула. Прекратите нападать, у меня нет дурных намерений. Он не понимает. Котик, помогите мне найти мою сумочку, может, я могу что-то сделать. Посмотри, что я могу сделать, Френ. Ага. Погнали, кошак. Это что такое? Какая-то странная форма, что это? Что оттуда доносятся звуки. О, сумка. Так, я думаю, что надо вот так вот повернуть и забрать сумку. Ага. Типа не получается, да? То есть мне нужно, видимо, сюда что-то подложить. Они вращаются. То есть когда я подхожу, он типа... Так, ладно. Давайте с вами пообщаемся, ребят. Нет, не хочет общаться. Старый сидящий в лодке овощ. Деревянная лодка. Ну-ка, сапог заберем, нет? Ботинок... Ну так поднимай. Ты уже нашел. Не могу достать. Сделай что-нибудь. Мост не работает. Мост не работает. Замечательно. Что ж, заставь его заработать. Я не могу тебе помочь. Там круглые штуки. Они продолжают крутиться обратно. Тогда сделай так, чтобы они не крутились обратно. И, котик, я люблю тебя. Спасибо за помощь. Ты самый лучший. То есть я прям уверен, что надо взять вот сапог. Ну или что-то взять. И затолкать туда в механизм, чтобы он назад не проворачивался. То есть вот типа... Но тут не на что подействовать. В этом проблема. А, подождите, вот есть какие-то камни. Я возьму этот камень, вот складываю его сюда. Ага, понятно. То есть я должен вот так вот использовать камень. То есть вот так вот. Это типа наш инвентарь. Все понятно. Ну, то есть просто зафиксировать. Ладно, это было просто. Я достал сумочку только потому, что я лучший. Да, ты на самом деле лучший. Так, отличненько. Я говорил, не будет второй головы. Так. Что нужно сделать? Я достал сумочку. Изумительно, ты самый лучший, мистер Полночь. Теперь покажи фото моей семьи, сэру, который нападает на меня. Может, он поймет, что я человек. Я очень надеюсь на это. Ну, давай. Куда меня забирает сэр Овощ? Они хотят помочь тебе, Френ. Я чувствую. Не бойся, мой друг, не бойся. Котик, останови их, пожалуйста, не оставляй меня, я буду рядом. Галумпа, галумпа! Это типа быстрее, быстрее. О, прикольно, мы еще летаем на лодке. О, я вообще класс. Улетели на лодке. Ну что это, глава? Да, вот, начинается третья глава. Это как раз место, где можно замечательно остановиться и на сегодня больше не продолжать Фаренвоу проходить. А проходить мы начнем уже в следующий раз. Сейчас он что-то там наговорит. Мы все равно ничего не понимаем.
Не понимаем, ничего не понимаем, ни по-русски, ни по-английски. А, приветствую, существо, меня зовут Жриан, ты говоришь по-человечески. Боже мой, да, я говорю, наконец-то. Вот на этом месте мы останавливаемся. Огромное всем спасибо, кто смотрел это в записи. Обязательно приходите, чтобы посмотреть другие прохождения всяких разных игр, например, продолжение прохождения Friendball. Надеюсь, вам понравилось. Тем, кто на стриме, мы продолжаем.